Близорукость – самая частая проблема, которую выявляют офтальмологи в области у детей и подлетков. Специалисты констатуют, что колькость детей с проблемами со зроком на Могилевщине неухильно растет. Так, летося маль у тротины, а гледженных школьников выявлено снижение зроку. И это на 5% больше, чем у 2016-м. Причем колькость природжених патологий, таких как дальнозоркость и косовокость, значно меньше, чем набитых. Причина такой колькости проблем со зроком, стверджають урачи, нагрузка на дитячие очи при близкой отлеглости. Шмат занятков, компьютеры и гаджеты у руках малых уплывают на зрок. Например, у областным диспансера спортивной медицины часом не могут отобрать детей для занятков спортом, где потребна высокая вострыня зроку. Все зависит от того, в каком возрасте ребенок столкнулся с этими гаджетами. Если до 5 лет, значит, 80% детей страдает снижением зрения. До 10 лет при постоянном пользовании глазная симптоматика отрицательно очень ярко выражена. Зрение очень падает и возникает синдром цифрового перенапряжения. Появляется сухость глаз, покраснение, раздражение, головные боли. Телефон должен быть ребенку дан только для того, чтобы он мог позвонить. Проверять зрок у малых врачи раз у 3 месяца.